происходит, это абсолютно не важно, реально. Это не имеет никакого значения, это закончится. А дальше останемся мы настоящие. В каждом из нас живет что-то большое и настоящее. И все мы часть друг друга. И нет никаких ссор, и нет никаких раздоров. Мы — это одно целое, реально. Вот посмотрите в глаза друг другу. Посмотрите. Парни, посмотрите в глаза друг другу, я серьезно. Серьезно, вы все прекрасны, реально. Просто так здесь все устроено, что нас нужно разделить. Есть эти игры разума, политические игры. Но на самом деле победит тот, кто должен победить. Пойдет дальше тот, кто должен идти дальше. Тот, у кого чистое сердце. Потому что самое большое в этом мире — это когда у тебя есть чистое сердце. Когда у тебя его нет, ты можешь играть сколько угодно, но это будет понятно и видно. Поэтому, пожалуйста, чтобы нет. Думайте это чистое. Потому что это большая драгоценность. И потому что только тогда мы можем почувствовать, насколько мы чудесны, насколько мы прекрасны. Потому что в каждом из нас есть священство. Целое настоящее, а? У нас тут жовто-блакитный. А у нас теж жовто-блакитне, у нас тут теж Україна, друзі. Я не знаю, що таке у вас. У вас там щось інше? У нас тут Україна, у нас Київ, друзі, ще раз обласки катексисти. Дякуємо вам. Я прошу вибачити. У нас пісня про дружбу. Друзі, ну у нас теж є пісні, ми теж хочемо продовжувати. Ну, добре. Я навіть зараз буду під казахсистом стояти і ось так танцювати. Давайте всі разом. Це відомий клинок. Поїхали! Не знаю, чому, друзі, але...
Они взяли билеты, выпустили все. Понял? Стою, просто є регламенти, у нас з вами теж, і у президентів, і у нас, Тимуре. Ну, хто його знає, можливо, через 5 років ми з тобою будемо стояти тут. Хто зна, хто зна. Хто зна, хто зна. Друзі, нас стає багато, ну, дуже багато, там вже дуже-дуже багато, нас з кожної хвилини вчив, більше стає. Я просто хотів спитати, хто як з вас сюди приїхав? Хто на метро? О, круто. А у нас більше на метро. Ну, ладно. Хто на метро? Добре. Хто на своєму авто приїхав? А хто на автобусах приїхав? Ну, можна не відповідати, ми і так бачимо. Друзі, це все жарти. Гарного всім нам настрою. Зараз на цю сцену вийде артист. Я питав вас, як ви сюди приїхали. Ну, до нас літаком прилетів, а? От чого ти, молодий хлопець, кажеш Олег Винник, ну чого? Ну якби ще дівчина якась молоденька казала. Ні, друзі, до нас з вами мегастар, наш український мегастар. Я радий вітати його на цій сцені. Я радий вітати його на НСК Олімпійській. Я радий вітати всіх вас на НСК Олімпійській. І для вас на цій сцені Мачете! Зустрічайте! Добрый день, ребята! Мы рады витать вас. Ну что, я предлагаю, поскольку нас сегодня здесь, в этом секторе, еще не совсем много, да, и мы будем ждать, пока придут все, кто хотел бы сюда прийти, мы начнем с красивых медленных песен, поговорим о самом главном, что все равно все это когда-то закончится, и мы будем жить в мире, будем кайфовать, будем радоваться, смотреть друг другу с любовью в глаза, получать удовольствие от этой жизни, дарить радость друг другу и просто быть счастливыми. Согласны? Давайте за это сегодня и споем на нашем концерте. Договорились? Когда я впервые увидел тебя, этот смех, ты мне напомнила, по-моему, сразу все, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорили.
Не возьму ничего плохого, но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Первый поцелуй на губах твоих. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты меня замечаешь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять, как красиво. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно. Чтобы верить в свои мечты,
Які можуть бути вирішальними. Запитання кандидатів один до одного. Нагадую регламент. 1 хвилина на запитання, 4 хвилини на відповідь. Першим, згідно жеребкування, право на запитання має Володимир Зеленський. 36 хвилин. Дуже дякую. Секундочку. А час пішов? Так, пішов. Так, да, пане Порошенко, у мене питання попросив задати громадяни України в інтернеті. Так ось, як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самом богатом президенті за всю історію? Почему? Почему? Почему поджигателей магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины «Шеремета» не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски да Бальцево? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Як можна було на 5-й рік війни, осознавая опасность, посилати на заведну смерть 24 моряка в Керченський пролив? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб доїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Моє питання, Петро Олексійович.